Вообще вот так смотрю и понимаю, что музыка и Алины Кабаевой, и Ирины Чащиной на расхват, как только они меняют композиции, музыку передают другим гимнасткам, и, в общем-то, так сразу и не вспомнишь, откуда она. Впрочем, не только музыку, но и купальники, на которые тратится очень много времени и усилий, тоже передаются другим гимнасткам. Вот в этом комбинезоне Алина некогда, по-моему, она выступала с лентой еще на Олимпиаде, если я не ошибаюсь. Динара Гиматова в самом начале допустила ошибку, и обруч вылетел за площадку, 10-ю за выход предмета, и плюс еще добавки за потерю предмета. Алина Кабаева и Ирина Чащина вот до этого старта успели выступить на двух крупных международных турнирах. Это Гран-при в Берлине и клубный чемпионат мира в Японии. И на двух этих стартах они выступили совершенно по-разному. В Берлине, ошиблась, Алина Кабаева выиграла.